Всем приветики. Купил я себе такой вот усилитель. И уже, можно сказать, подключил его. Одел сюда вот эти вот крутёлки. Вот эти вот пимпочки на крутёлке. Были просто железные такие палки. Вот так вот он выглядит. С этой стороны. Так вот с этой. И получается, что сюда идет питание, плюс-минус, и выходит, ну, просто проводами. Правда, я одел такую штуку, потому что у меня блок питания, вот он, и как раз-таки у него на выходе такая же штука, и мы просто соединяем. Все. Это у нас 24 вольта и 8 ампер. Но вот. Но выдает, я не знаю сколько. 24 вольта точно выдает, ампер, не знаю, еще не мерил. Вот, сейчас подключим его в сеть. Потом, получается, это в сеть. Блок питания дает сюда энергию. Вот. Отсюда выходит звук на динамик, я именно для этого динамика и покупал. Вот. Через этот провод на динамик. А приходит звук вот сюда. Либо еще можно через этот провод, но это надо припаивать. Проще вот этой штукой соединить. У меня есть такая штука с джека. Сюда вставляем джек. И с джека оно выходит тоже на джек. И сюда мы подключаем плеер. То есть джек вставляем сюда. Джек вставляем туда. Ну, то есть соединяем их одним проводом. Вот этим. И подключаем. Сейчас все это затестим. Вот теперь усилитель включен в сеть, на него подается питание. Когда на него подается питание, горит синий светодиод. И подключен уже плеер. В плеере выставлена громкость. И когда нажимаем воспроизвести, все, здесь уже громкость максимум. Здесь вот получается, это регулирует громкость. Чем больше мы крутим в правую сторону, тем громче играет динамик. Я не знаю, видно, не видно, слышно, не слышно. Но он на кровати довольно-таки мощно бухает. А это частота среза. То есть так-то звук имеет полный диапазон. Там верха, низа, средние частоты. А это срезает именно лишние частоты. Верхние, средние оставляют только нижние. Вот в данный момент они в этом положении все срезаны. А когда мы крутим это положение, они все возвращаются. Ну, то есть слышно такое ту-ту-ду. А когда мы выкручиваем в другую сторону, то они все пропадают. Все, уже вот этого ту-ту-ду не слышно, потому что все это срезано. Остались только басы. Ну и так как это вибро-сабвуфер, то он вибрирует. Вот. И на кровати, и по руке такая прям чувствуется, вот держу в руке, прям аж руку так типа жестко трясет. Аж по мышцам такая вибрация идет. И когда приложишь к кровати, кровать вибрирует серьезно так. Прям аж гудит. Довольно-таки мощно. Если приложить к деревяшке, тоже мощно будет играть. Сейчас. Ну или не к деревяшке, а к книге вот.
прям слышен такой бас мощный. Но вот если приложить к деревяшке, например. Так вот она вот так. Если приложить к деревяшке вот сюда. Это у нас деревянная спинка. То есть довольно-таки жестко. Но если приложить к бетону, то что-то как-то не очень он звучит. Так-то я покупал его, думал, приложу к стене, и стена заиграет. Но оно не очень. Сейчас можно проверить. Сейчас мы приложим. Это на бетоне он только что играл на максимуме. При этом его тяжело держать, с двумя руками держишь, и он слабо играет. Но если приложить его, например, к полу, то эффект совершенно другой. Вот он сейчас на полу, правда, через ковер, но... сразу ощущается. Но для этого динамика усилитель слабоват, потому что вот эта радиатор на нем стоит, такая железяка, отводящая тепло, и она греется. И чем дольше он работает, тем сильнее она греется. Как-то было такое, что она мне аж, до нее аж тяжело было браться, она прямо аж пальцы сильно жгла. Наверное, потому что он сильно мощный, у него 100 ватт номинальной мощности, ну то есть обычной мощности, на которой он может играть, и 200 ватт пиковой мощности, то есть, ну, то есть на 100 он может постоянно играть, а на 200 он может кратковременно играть, вот, то есть он может до 200 ватт доходить, а здесь 100 максимум, и, наверное, может быть, за то, что он мощнее, чем этот, поэтому он сильно греется, ну и в итоге я заказал еще один усилитель, но уже на 350 ватт. По идее, он должен его потянуть, но он его может испалить, потому что он уже мощнее, типа. Вот. Ну, с этим усилителем оно нормально работает. Ну, то есть, громко бабахает, тяжело его удержать, когда оно бабахает. Даже вот на 100 ваттах, даже, наверное, здесь 100 не выдает, может, какие-то 90. И он тяжело его удержать. Если будет вообще 200, я не знаю, чем его держать, он будет вообще подлетать, наверное. Но лежа на полу, на деревяшке он мощно барабанит, а на бетоне что-то он не очень работает. Вот. Но в целом неплохая такая штука. Правда, как ее примудрить, я пока что еще не придумал. Вот. А так, вроде норм штука. Единственное, что усилитель, мне кажется, слабоватый, поэтому греется. Но так нормально работает. То есть... Вроде норм, и частоты режет норм. Нормальный усилитель. Единственное, что он греется. Я не знаю, греется он потому, что он сам по себе такой не очень, или потому, что динамик мощный. Ну, я заказал другой под тестом. А так вот такой вот усилитель. Не знаю, типа, может, из-за динамика греется, может, и нет. Потом, может быть, потещу с динамиком более слабым и проверю, греется он или нет. Если не будет греться, значит, дело в мощном динамике. А если будет, значит... Такой вот плохой усилитель. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.